В местном отделе Бельского центрального рынка начали установку специальных холодильных прилавков. Раньше реализаторы продавали продукцию на каменных прилавках еще советских лет. Такие еще остались в торговых рядах, где продают молочную продукцию, рыбу и соленья. Но это ненадолго. Модернизация на рынке затронет все его части. Новое оборудование, которое поддерживает необходимую температуру, позволяет сохранить свежесть продуктов. Кроме того, в ближайшие дни каждое торговое место будет оснащено новыми электронными весами. Старые прилавки демонтировали буквально за сутки, и на их месте появились новые металлические с холодильной установкой. Об изменениях на рынках сообщил в понедельник примар муниципия Бельца Рената Усатый. Он также показал фотографии, которые ему прислали с места проведения работ. Значит, это вот развалили, смотрите, все на центральном рынке. Значит, в Бельцах, да, это вот как были. Ну, был прилавок один длинный такой. Вот, и вот это пришло новое оборудование, как бы которое мы долго ждали, да. И сейчас смотрите, уже вот это как установлено все сегодня. Представляете, какая красота. То есть вот эти все столы с холодильными столешницами. То есть столешница имеет функцию холодильника. Прикольно же, правда? Вообще бельский рынок образцовый. У них есть деньги сейчас и поддерживать разные городские мероприятия, и спортсменов, и на День независимости, понимаете? То есть вот это, конечно, красиво, когда предприятие стало зарабатывать. Как? Оно зарабатывало всегда, просто раньше все деньги клали, значит, клали в карман, и в те времена, когда доллар был другой, получается, и миллион, и полтора миллиона долларов, значит, могли положить в карман. Сегодня, пожалуйста, полюбуйтесь. Это Бельцы уже сегодня. С установленными вот этими столешницами. Это на всем рынке. Продавцы рады тому, что рынок преображается, и благодарят за это администрацию. Они говорят, что теперь не нужно будет переживать за свежесть мяса в теплое время года. Такого же мнения и покупатели. Это сейчас новенькое все, как бы зимой нам не особенно требуется такое, но лето у нас очень спасет вот это, потому что будет охлаждаться хорошо, и будет сохраняться мясо, и можно будет брать свеженькое мясо всегда. Здесь есть специальный приборчик, там дается меньше, больше охлаждения. Вот, и как бы счетчик отдельно, все. У нас еще будут здесь весы наверху, чтобы людям было удобно смотреть. И тут свет будет, у нас весы, электронные все. Хочу выразить благодарность нашей администрации, нашим коллегам, что поставили такие столы, что красиво, удобно. Спасибо ей. Это хорошо. Реконструкция прилавков в мясном отделе производится за счет средств муниципального предприятия объединения рынков, появившихся после оптимизации их деятельности и исключения так называемого человеческого фактора. Теперь торгующие платят в кассу или переводят деньги непосредственно на банковский счет через терминалы оплаты. Напомним, что на прошлой неделе был официально открыт рынок секонд-хенда по улице Пушкина. Его облик кардинально изменился. Реконструкции подверглись торговые ряды, а территорию рынка выложили плиткой.